Так, закрыть. Опля. Здорово. Все пишут, ну красава. Здорово. Но они не видели, что ты тут. Дашеньку я отвел Дашеньку съесть шаверму во двор. Приятно, что ты пишешь. Отсюда. Ну что, расскажи, как дела, что делал? Мы как обычно живем. Находили ссылку. А что ты ешь, Сереж? Я ем шаверму. Диетическую. Фитнес. Где ваши лайки? Щелкни. Щелкни пальчиком. Я не в шаверме. Дорого, наверное, спрашивает. Ну, 400 рублей почти. Надо весь раз не больше раз будет. Тебе ничего не вытерло. А я тебя давай. Давай, ты меня вытирай. А ты меня тогда вытирай. А чем я буду тебя вытирать? Телефон бери. Ну ты умеешь? Издеваешься? У тебя в сметане руки, мне сейчас можете вытирать говно, у меня нет, Сережа, у тебя рука грязная. Ну, бери этот самый. Грязный? Странно, ты грязной стороны не можешь? Чистый. Аккуратно, я сама, Надя. А что ты мне дала, я тебя сначала. А, нет, нет, скажи себя. У тебя руки грязные. У меня не грязные руки. У тебя грязные руки. А ну шаверму. Я ем шаверму. Ты Даша ешь. Вот Даша. Что ты показываешь мне? Что за пазл? А? Это эксклюзивные кадры, ребят. На. Читаем, как ты тебе ничего пишешь, наверное. Преступление кушать шаверму спрятали, чтобы не видели, как откармливают свои животы. У тебя руки все в майонезе, так странно. Какой шикарный ресторан. Да-да. Ну, Дашенька у меня кушает. Отвел ее в ресторан. Она у меня красотка. Дашенька у меня красотка. Немножечко. Вон через раз только подписчиков прибавилось. Если я тебя снимаю. Короче, надо тебя, Дашенька, снимать. Ты прибавляешь эту. Огромное количество народу. Не, начинает смотреть. О, уже 200 человек. Ну хватит, говорю. Ну, Сережа, сейчас ударю тебя. Ладно, давай только ноги будем снимать. Ой. Сзади бедра. Прорекламировать. Ну все, Сереж, снимай себя и болтай там с ней пока, пока я пишу. Хочешь кусить? Нет, кушай. Я уже ем. Здорово, друзья. Короче, Дашеньку я сводил сегодня в самый лучший ресторан на Литейном. Это шаверма.
как говорят у нас в Санкт-Петербурге, и чаек. Естественно. Я же не какой-нибудь скупердяй. Чаек, конечно же, как же без чайка. Ой, или платится, или ресторанчик. Ну, и ты что выбрала? Я сказала и то, и другое. Получила картофельный пакет, картофельный мешок вместо платья и шаурму вместо ресторана. Так что, девочки, Миронов занят, занят. Не будет никого шаверми кормить, что ли? Чего? Ну, все вперед. Что? Ты там достала? А, салфетки? Ой, ну ладно, друзья, наверное... Это такая страшная мысль, смотри, вообще не понимаю, то ли свет такой, то ли что, почему? Давай повернемся вот так. Давай. Вот так лучше, вот, уже нормально, не сопать. Красотка, да? Кушает шавер. Да, вкуснейшая. Ну ладно, короче, друзья, все, всем пока, я ухожу. Пойдем гулять.